Продолжаю Dark Souls Remastered. Остановился я на крепости Сена. Записываю я уже третью серию. Наверное, выложу ее разом. Типа все сразу поочередно. Надеюсь, все в последовательности. В последовательности. Да, блять. В последовательностях не запутаюсь. Вот крепость Сена. Думаю, буду целиком записывать, потому что по-любому я сдохну. Хотя нет, наверное. Ну, наверное. Как дойду до того механизма с камнями, тогда вернусь. Не, медь черного рыцаря это просто имба. Я еще заметил то, что змеи в третьем DS, наверное, более жесткие. Я вот думаю, может пока все прорашить и ну и нахуй, типа, как бы, как я помню, тут лута особо никакого нет, да и мне, честно, никак долго оставаться, и похер, если я какое-то кольцо пропущу или еще что-то. Мне главное дойти просто до костра, который находится там, где спуск. Ну, такая, типа, ну, вы поймете. Кстати, еще по поводу мобов в первом DS, мне ничем не нравится то, что они, блядь, они какие-то медленные. А, типа, в третьем DS, блядь, пизданные. В третьем DS все боссы просто бы... Ой, мобы все быстро, а тут они какие-то медленные. Я дошел до механизмов, думаю сразу его передвинуть вон в ту часть, чтобы это, да, как его, ну, чтобы мне камни жизнь просто не рушили. Блять, вот только я не помню, куда вот мне идти нужно. Я прям что-то реально забыл, куда мне дальше идти после этих камней. Типа тут заперто. Но это, видимо, от костра срезка. По-любому, ведь Хидетака, блядь, то умный пацан, нет, там меня убьют. Я правда не помню, куда мне идти дальше. Так, по-моему, мне сюда, блядь, если... Ой, да. Так. Тут как в МК-11 тайминг подобрать и проскакать. Так, тут пидорас. Да иди ты спать. Угу. Так, туда я не полезу, мне туда вообще не сильно хочется, если честно. Да, я вот лучше сразу пойду из крепости Сена, блядь, нахуй. По-моему, мне сюда. Ой, как стрёмно. Ой, как мне стрёмно сейчас. Блядь, я так испугался. Так, тут стрелять будет. Отлично. Так, запись, ты идешь? Да, запись идет, отлично. Да, все прекрасно. Кстати, я уже меньше, как вы могли заметить, чекаю запись, потому что я уже более-менее это... Там, кстати, лут, но мне он нахуй не нужен. Уже чуть-чуть постепенно привыкаю к этой всей херне, так что, думаю, уже будет меньше вот этих вот всяких сворачиваний и проверка записи, потому что я вроде наладил, как что делать, и, в общем, все хорошо. Так, вот здесь, по-моему, костер внизу, только есть проблема в том, то что мне придется постоянно сюда подниматься. Вон там вот костер, если я не путаю. Да. Осторожно. Отлично. Кстати, об этом костре я узнал по гайду, потому что когда я первый раз добрался до крепости Сена, мне, блин, что, реально нет костров? Типа, мне придется идти от Андре. Потом в интернет залез, и там типа написали то, что типа есть костер, он как бы секретный, но при этом и не секретный. Я такой подумал, типа, ну, скорее всего, да, и нашел его так. И вот, если честно, если бы тут костра не было, это бы так крепость Сена усложнило, потому что вот вы представьте, каждая смерть, и тебе пробегать все ловушки по новой, плюс поначалу эта локация путанная, как пиздец, типа я когда первый раз попал в руины нового Ландо, я думал, я себе вены, блядь, вскрою, честное слово, потому что она пиздец какая непонятная. Вот прям реально. Я, кстати, думаю, после первого ДС сразу начать проходить третий. То есть я хочу пройти первую, третью часть, как по мне, самые лучшие, потому что второй мне... Да, я терпеть не могу. Ну, вот либо я, для меня она слишком сложная, либо, ну, мне не нравится, типа, ничем. Она вроде легкая, но при этом сложная. И вот мне это прям не нравится. Пламенная, это по-любому защита от огня, прям вот, блядь, косарь ставлю, то что 100%.
Кстати, ключ у меня к рынам нового Ландо есть, но при этом у меня же отмычка была использована. Я еще в начале игры, по-моему, тыкал, если я не путаю. Вот, ну, в новый Ландо, если честно, мне не сильно хочется идти, хоть это и будет у меня на поздних стадиях игры. Я к тому времени буду прокачан. Я думаю, в Honor Londo сходить и как бы радоваться жизни. Кстати, видите этого мудака? Я его раньше терпеть не мог. Он, по-моему, из-за того, что вот в первом Dark Souls, вот вы можете заметить, все мобы, они такие неповоротливые. И этим игра и простая, потому что если ты более-менее знаешь, как кто двигается, эта игра даже труда не составит. Чё, тут лестница была? Я, по-моему, здесь в первый раз. Я сейчас не шучу. Я не знал то, что тут можно куда-то пройти. Давай, давай, дебил. На здоровье. Ну, по идее, он воскреснуть не должен. Так как он, типа, полый. Рикардо Варапира. Рикардо Милош. Рикардо Варапира, блядь. О, хилки. О. Вот это мне надо. Вот, блядь, редкое жертвенное кольцо. Это то, что мне нужно. Я не знаю, почему я постоянно возвращаюсь в Dark Souls, потому что мне хочется немного хардкора. И плюс нет еще не такой игры, которая, ну, превзошла по хардкору игру от гения. Именно вот все Souls-лайки. Тот же Jedi Fallen Order. Мне зашло... Ой, вернее, я бомбил только в конце игры, когда был финальный босс. Но он там реально дисбалансный какой-то. В остальном я и всех боссов убивал с первого трая. А, на жабах ёбаных я бомбил. Меня задел горящий камень, но это под запись не попало, потому что долбоёб. Ну, по хп вы можете... Блять, да иди ж ты нахуй. Ну, по записи вы могли заметить то, что... Чего нахуй? Давай. Красавчик. Кстати, вот я прокачал Эстус на плюс 2, и он как бы хилит нормально, но при этом он, ну, как бы нихуя не хилит. Я думал, здесь стена прозрачная. Кстати, самое время дать пиздюлей этому гиганту. Кстати, это вроде срезка. Тут как-то можно открыть, и это типа лифта. Да, но я боюсь открывать, потому что... Ну, по-моему, это срезка, да. Но, ладно. Без срезки, думаю. Я хочу сходить к этому гоблину огромному, дать ему въебас. Но я боюсь получить от него въебас в ответ. Хотя, живем один раз. Блять. Отлично. Ну, давай, долбоёб. Он сейчас устанет, по идее. Охуенно, он устал, блядь. По-моему, я сейчас пососу. Ты можешь устать по-братски, блядь? По ногам, блядь, ахиллесова пята. Ой. Ой-ой-ой, как мне страшно сейчас. Спать. Фух, записал хоть? Записал. Отлично. Ну все, всего лишь косарь душ. Он какой-то, блядь, по-моему. Ну, он... А куда, вниз, что ли? Ебать, а что я сделал? А как мне отсюда выбраться? Ебать, я дебил, блядь. А что делать? Вниз только, что ли? Ну, по-моему, я разъебусь. А что делать? А что мне делать? Как жить дальше? А как? А что? Блядь, какой же это долбоёб. А что делать, блядь? Не, ну я не... Ладно.
Я, наверное, в этом пожалею. Да он умрет, блядь, там же видно, то, что там смерть. Блядь, живем один раз, похуй. О, ладно, делаем контент. Ой, блядь. Нихуя себе, вы это видели? Блядский рот этого казино, ёб твою мать. Ну почему я такой шаг? Блядь. Меня нахуй, блядь, меня ебаный. Ебать, я олень, блядь, я же кольцо снял. А меня ловушки скинули, да ну нахуй. Да ну нахуй. Ебать, я еблан. И где, блядь, мои трупы? А, вот он, отлично. Ой, не дай бог, сука. Ой, не... Пидорас, блядь. Ой, не дай бог. Отъебись, это моя человечность. Там 12 тысяч, блядь. Блядь, что делать? Блядь, что делать? Блядь. Блять. Ух, все отлично. Все, все, все. Без... Этот мудак воскрес. Я твою мать ебал, блять. Пизда, да пошел. Как... Я нахуй такой олень, блять. Просто, сука, еще с големом драться, блять. Блять, ну какого хуя это такой поеб? Я не буду туда прыгать, мне это нахуй не надо. Блять, дезмораль у меня. Куда, блять, идти? Вот куда нахуй, блять? Я, блять, запутался. Я, блять, я вот вроде не играешь так долго в Dark Souls, должна срабатывать мышечная память, она нихуя не работает. Ты в итоге, блять, просто сосешь бибу, блять. Потому что ты вроде пытаешься идти туда, но этот мудак будет кидать в меня, блять, свои палки ебаные. А я не хочу, чтобы он это делал, блять. Блять, тоже нахуй, блядь. 12 тысяч, блядь, там голем. Ну конечно, блядь. Сука, только я так могу, блядь. Ну, я в ахуе, блядь. Твою мать, нахуй, блядь. Нахуй эта комната нужна? Что здесь, блядь, должно быть в этой ком? Блядь, как же нахуй, жопа горит, блядь. Давай, голем, блядь. Запись чекнуть, блять, опасно, отлично. Давай, голем. Охуенно, блядь. Ты чё, еблан? Хиляйся, блядь. Отлично. Да-да-да, блядь. Конечно, блядь. Правильно, по ногам, сука, хилеса. Вот, вот вопрос Dark Souls. Как можно мечом черного рыцаря, блядь, давать пизды, блядь, голем? Ну, это уголёк пожадничал, блядь. Черным рыцарем давать пизды голем. Нет, хотя, может, типа, это супер меч какой-то там набить там охуенно, блядь, таргет. Цель взял. Скорее всего, какой-то, типа, там меч, как бы, типа, рыцарь Гвина, там вся хуйня. Уворот. Уворот. Это захват был. А, вон, мудак, вы убейте, блядь. Это мой шанс пройти. Да иди ты спать. Отлично, просто прекрасно. First try, душа железного голема, отлично. А теперь вон Орландо. Да. Вот, вроде, недавно начал играть в первый ДС. А уже попал в Орландо. Я на секунду микрофон выключу, у меня тут важное сообщение. Там мама написала мне, я ж гулял с другом. И она пишет, ну чё ты дома, братан, как у тебя дела? Я такой, да, все нормально, бро. Вот примерно так. Нет, я обожаю, если честно, наверное, Анорландо моя самая лучшая локация. Вернее, моя самая любимая локация, я ее прям обожаю. Но дело в том, что я хочу убить Гвиндолина.
А тут придется захуярить вот эту вот сисястую бабу. И я не хочу этого, но у меня нет выбора. Типа, очень красивая локация на Орландо, она прям потрясающая. Но так как там сейчас будут ебаные карнизы, мои любимые самые, то я не хочу к этим карнизам идти, блядь. Потому что мне это нахуй не надо. Но у меня нет выбора. Так, 12 тысяч душ. Давайте я сразу надену кольцо жертвенное, на хоть мне его экономить. Когда... Ну, мне главное до костра добежать, потому что мне 65 тысяч душ, это моя прокачка, это, блядь. Мужик, я тебя потом побью, мне нужно прийти к костру. Я тебя... Ой, блядь. Так, слева, по-моему. Да, там справа механизм. Или спуск. А вот здесь, по-моему, хранительница огня находится. Вторая. Да, вот, правильно. Отлично. Так, сразу тогда юзаю две человечности. Двойную можно сразу использовать. Типа, смысл мне экономить, если костер рядом. Да, сразу я становлюсь красивым. Вот реально, какой смысл в DS1 создавать главному герою внешку, когда... Ты чё, еблан? Да ну... А, тут, видимо, костер сразу 10 часов дает, а ну-ка. Ну, то есть я долбоеб, и я просто потратил в пуст... Ну, вернее, если вдруг я погибну, не смогу взять человечность, я его пройму. Да, 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 приятно, да. Ага, что ты мне скажешь? Да, 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 ага, такая bonfire, да, да, bonfire, конечно. Так, тогда что? Наверное, дам все в силу. Нет, вот так вот, вот так вот сделаю, да. У меня 6к душ осталось, и плюс одна человечность, так. Можно сразу вернуться, получается, вон к тем типам, дать им въебас, и тому первому. Кстати, сколько там времени я уже? А, только 17 минут. Ну, для вас 17 минут, для меня, наверное, минут 25. В принципе, не так уж все и плохо, серия только начинается, только все в разгаре сил. Тогда сейчас я быстро ему дам. Давай, давай, блядь. Вот видите, как у них мало хп? Вроде, ой, блядь. Вот, вот мне этим первый ДС не нравится. Чуть-чуть ты перекачиваешься, и вроде рыцари, которые на вид должны быть очень дикими, они простые. Типа, и дело не в том, то, что я там прохожу игру третий раз. Я как раз-таки плохо у меня скилл остался. Просто у них очень мало хп. И дело даже... Не мой мечом, мне всего лишь на плюс 2, а в том, то, что просто у них хп-бар не по балансу сделан. В размен, блядь, пошел с огромным рыцарем, долбоёб. Мне пиздец. Вот прям сейчас без смс-регистрация. А, нет, уже нет. Еще раз. Пивка хряпнул. Блядь, реально, по цвету как пиво жигулевское, блядь. Нет, я не пью, просто... Мне друг раньше жестко пил жигулевское, потому что денег немного, мы студенты. И вот он, блядь, это жигулевское хуячил, блядь. Давай face to face теперь, сука. Чисто на оборотах, как скилл. Чисто про скилл. Раз, два. Уху, я убил. Кстати, я геймпад уронил вчера свой. Он у меня... Я так за него испугался, вы не представляете. Когда геймпад уронил. А, отлично. Демонический титанит. Только мне нужен мерцающий титанит, потому что... Я же как бы это... У меня меч черного рыцаря. Ну, типа, даже если я успею прокачаться на алебарду черного рыцаря. Где она находится? Вот, вот, алебарда черного рыцаря. Мне нужно 32 силы. У меня всего лишь 25. Я планирую параллельно качаться и в силу, и в хп, и в выносливе, чтобы был, блядь, мощный, как машина, блядь. И живучий, как Арториас. Хотя он от тьмы умер. Но это уже совсем другая история. Хотя я думаю пройти к DLC первому Dark Souls, но это уже в конце... Блядь! Но это уже в конце игры, когда у меня будет возможность телепортироваться. А сейчас мне даже не... хочется, потому что как бы
как бы, ну не хочется мне, ну дурак я, ну долбоёб я, ну не хочется мне. Там сейчас горгулья будет. О, прохождение за пироманта, да? Сука, блядь, выбесили меня, пидорасы, блядь. Давай, спускайся. Интересно, у них реально столько хп? Или просто они урезаны? Типа, а, ну там механизм часовой. Мне как раз туда не нужно. Я хочу сходить к тем двум рыцарям. Я решил немножко убрать момент, как я поднимаюсь на лифте, потому что немножко это не сильно будет интересно смотреть, как ты забираешься на нем. Кстати, там два сундука, по-моему, если не память не врет. Один из них мимик. Может быть. Если не сагрятся, то можно убить этого. Отлично, не агрятся. Вот, блядь, вы какие-то бесполезные рыцари, блядь, ей-богу. Кстати, там эта локация откроется, когда я получу чашу и поставлю ее на место к этому, блядь. К... Вот где горнило первого пламени. Там, когда нужно получить 4 души, это 4 короля. Ложа хаоса. Нита. И... Ногой Сид, по-моему. Не помню. Да, ногой Сид, по-моему. Да, 4 души, типа, они же там по лору уже ногой Сид, типа, тоже великая душа, типа, ему гвин дал, потому что он крысанул, как драконов убивать. Ну, по-моему, если моя память не врет, то... Да, ногой Сид, 4 короля, ложа хаоса и Нита. Кстати, Ника... Нита. Нита простой босс для меня, типа, я его всегда убивал с первого трая, но если я играю на запись, сука, по-любому я там умру раз 5, потому что я знаю свое везение, блядь. А был бы второй ДС, я бы так увернулся. Уворот бы был, но по мне бы прошел дамаг. Блять, думал... Ну вставай. Давай. Давай, давай, давай. Красавчик. Уворот, уворот, блять. Да ты достал. Кстати, в третьем ДСе тоже мимики жестче. Тут просто все медленные какие-то. Алебарда крист... О. Кстати, кристаллическая алебарда, по-моему, чтобы вам не врать, я когда проходил 242 дамага. А сколько нужно силы? Как посмотреть, сколько нужно у нее силы? Алебарда криста. Ты тупой? Ты... Да, да. Если память меня не подводит, то... Алебарда и кристалла я убивал Мануса на 300... Сколько? Это 351 дамаг у меня будет, если я алебарду возьму. Убивал Мануса с этой алебардой, потому что я ориентировал своего Мануса по хвостику и по атакам. И плюс алебарда сильно бьет. А здесь сколько? Тут у нас... Блять, сколько здесь? Сейчас я, блядь, математические действия про это, блядь, получается 40. Это 349. А там 351, по-моему. Да, 351. Так, ну побегаю с алебардой. Плюс оно у меня ж не прокачанное, как бы. Опа, мерцающий титанит. Так что вот. А я, по-моему, же у меня это хуйня. Я ж могу на базе себе чинить этим. Ой, улучшать оружие. Просто мне интересно узнать, если я буду через алебарду кристалла. И вообще, можно ли ее починить? Потому что, как я помню, кристаллические оружия, они не... Это, не чинятся. Ну, тот же щит, его нужно использовать только на боссах. Сейчас проверим. Так, починить снаряжение. Так. Видите, вот алебарды кристалла нету. Типа, видимо, как я понял, ее лучше не стоит юзать. Усилить оружие. Блять, один титанит нужен. А чем она усиливается? Алебарда крест. Обломком титанита. Раз. Раз. Ну и все, денег нет, и нищеброд. Вот алебарду черного рыцаря я бы улучшил. Ну, блять, я же ей не пользуюсь. Насколько она дамага теперь? 264. Сколько у нее это
посмотреть, прочность 20 всего лишь, а у Черного Рыцаря это верх. Блять, перемотал. Блять, я долбоёб. 273, охуй. Не-не-не. Я не буду тратить Алебарду Кристалла. Вот когда дойду до Мануса, тогда она покажет себя в действии. Пока не буду. Кстати, вот лично по мне, Алебарда... ой, что-то я, блядь, сбился с мысли. Кстати, лично... А, вот, помню. Кстати, лично по мне, прохождение Dark Souls самое интересное, когда ты как раз-таки доходишь до Анорлонда. Тогда у тебя прям челлендж челленджем. Такой жесткий. Вот, я очень сильно жду, когда я дойду до Эйнштейна и Смога. И мне просто интересно, за сколько траев я пройду их. Типа, ну, поверьте на слово, когда я убивал во втором прохождении, я убил их со второго трая. На первом прохождении я призывал фантомов, но этот фантом не помог, потому что, как я помню, блять, его захуярили на второй стадии, и я остался с голой жопой в сете Хавела на Смоуге. То есть я начал убивать Эйнштейна, а потом Смоуг. И дело в том, то, что там от брони нет смысла играть, потому что он тебя, грубо говоря, ваншотит. И вот мне это не нравится. Там что-то ниндзя-ассасины ебаные будут, которые, блядь, как проходить, хуй поймешь, блядь. Мне еще нужно на карниз, по-моему, вот сюда. Да, там ничего не... Там вроде должен сундук лежать. Не, ну я бы, честно, положил бы туда сундук, будь я разработчиком. Да, отлично. Я, кстати, честное слово, я забыл то, что там сундук, и вот пока я бегал, я реально думал то, что там ничего нет. А в итоге Хидетака, ну просто у нас с Хидетакой одна мысль. То есть, что он, что я, мы с ним геймдизайнеры от бога. Я, блядь, с Кодзимой, я Death Stranding лицензию покупал, я с ним, блядь, с Кодзимой кентуюсь. Ну как, родители купили, но я помогал им работать, поэтому считайте это мои деньги. Нет, я благодарен им очень сильно, то, что меня не смогли купить Киберпанк. Death Stranding. Я прям обожаю родителей своих за это. То, что у меня есть все, что я хочу. Ну и плюс я, не знаете, не тот школьник, который въебистый такой. Прям я обычный спокойный тип, у которого хорошие друзья. Очень вежливый в жизни. Немножко токсичный, но это смотря какие люди. Если люди хорошие, я буду отвечать тем же и, наверное, даже умноженное на 2. А если люди конченые, то я буду с ними обращаться как к мудакам, потому что... Ну, а какого хуя я вежливый, меня хуй сосят? Ну, правильно же. Вот, тут бы, блядь, не умереть бы. Нет, я тут постоянно умирал, не так, блядь, стрёмно. Так, вот эту хуйню можно сломать, и там лут упадет. Бабах. Отлично. Так, осторожно. Осторожно. Блять, только не скинь меня, долбоёб. Ой, блять, пизда мне. Нет, нет, в порядке. Тихо, 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 тихо. Один раз пройти, там дальше костер. Кстати, я один раз, так как я долбоёб, я пытался перепрыгнуть в прыжке, как все спидранеры, блять, делают. Ну и догадались уже, как мне вся эта хуйня обернулась. Я просто умер. Я упал туда вниз и возненавидел, блядь, свою жизнь, эту игру, блядь. Я хотел себе пойти в ванную и сделать осуждающее ди... Ой, мать, ты же тут забыл, долбоёб. На. Дебил, блядь. Нихуя себе, я здесь не был. Ебать, дядя. А нахуя эта комната? Прыжная стена? Нет, а нахера мне сюда тогда, собственно? Не, вот типа вот тоже геймдизайн потрясающий. Типа, вот вы сделали спуск, там тебя поджидает в крышу противник. Вопрос. А нахуя? Нафиг так делать, типа? Чтоб локация оказалась обширнее? Нагружать оперативку? Когда у тебя в компьютере, блядь, оперативки 6 гигабайт. Нет, у меня 16, я говорю за остальных. Блядь, я поражаюсь гениальности Хидетаки, если честно. Иногда прям мать моя женщина какой-нибудь долбоёб, если честно, блядь.
Хидет. Вот нахуй я спустился. Я ёбнутый, по-моему. Я вот трачу свое время, трачу. Вот. Я сейчас геймпад разъебу. Вот я трачу свое время. Трачу ваше время. И как бы, блядь. Ну, плюс я разговариваю, мне не кайф обрывками видосы делать. Ты долбоёб, ты тупой, и нахуй смысла не подается, блядь. Д катсцена. Блять, какая пиздатая катсцена. Ну нихуя себе, блять, да. Кстати, там внизу находится Гвиндолин. Но там. Подожди, я запутался, ребят. Там этот уебок ходит. Нет, я схожу, прокачаюсь. Я не хочу рисковать, пойду на прокачку. За кадром я поменял себе кольца и истории жизни. Когда я узнал то, что внизу есть Гвиндолин, я к нему спустился. И я, по-моему, упал с карниза, и я умер. И я понимаю то, что так как я не поднял лифт обратно, мне приходится делать опять этот ебаный круг к этим долбоебам, где, которые на карнизах сидят, и тебя просто, блядь, доводят до смерти. Я себе так лицо хотел сломать, вы, блядь, просто не представляете. И мне, я, блядь, настолько нахуй хотел умереть от того, то, что я так проебался с этим, то, что... Нужно было это, блядь, идти по новой. Я еще умер там раза три. Я вот просто хотел сесть и заплакать. Кстати, подсказка. Если ты в начале игры убиваешь этого пидораса, с которого я себе выбил вот это кольцо, которое легко ломается при снятии, он потом не появится в Анур-Ландо, когда убьет хранительницу огня. И получается, у тебя будет гореть и в этом самом, блядь, будет гореть и в храме огня, и здесь. Но я еще подумаю то, что, может, мне не стоит убивать эту бабу, потому что я не хочу, чтобы Анур-Ландо погасла, и на меня сагрилась хранительница огня, потому что если вдруг я умру, то нужно, блядь, по новой мне ходить, это вся хуйня. А я, если честно, не хочу этого. Вот серьезно, типа, может... Я пушечка, да, там, я очкошник, мне не кайф там это все делать по новой. Но я реально, блядь, не хочу, чтобы... Это, сейчас. Не хочу просто, если вдруг реально я сдохну по новой, типа, карнизом всех убивать, плюс на меня всемирный NPC сагнется. Я думаю, может реально сразу пойти к Эйнштейну и Смогу и забить хуй на Гвиндолина. Ну, мне реально его впадло убивать, мне не хочется, я, блядь, сейчас умру, там... Где-то там что-то будет не так, я сгорю с этого. Захочу дропнуть игру, а оно мне нахуй не надо, понимаете, блядь. Я не хочу потом перепроходить все по новой. Я себе вены лучше вскрою, чем буду перепроходить, блядь. Сколько записей? Нихуя себе, что так быстро, блядь, уже полчаса, блядь. Да вы нахуй смеетесь надо мной, блядь. Я не... Ну хида так, а твою мать. Пизда мне. Блять, у ворот. Ебашу ворот. Отри... Блять, стой, дурак, возьми щит этого. Как его, блять, зовут? Васа солнца. На нахуй, блядь. Дараз, блять. Око за око, и ты умер. Сать. На нахуй. Блять, ты типа умный самый, блять. Я мелкий, мелкий, быстрый, поворотливый. А ты жирный, неповоротливый. Вот и все, блядь, иди в качалку, братан, тебе нужно килограммы сбросить, если ты слишком накачан, долбоёб, блядь. Там, кстати, закрыто, если там закрыто, то я лох, запомните. Блядь, не считается. Это не считается. Если тут, то это... А тут и так закрыто, потому что... А потому что я помню, что здесь закрыто, так. Там мне пизды дадут. Там мне тоже пизды дадут. Вот она... Ой, блядь. Я же... Блядь. Хороший уворот был, очень полезный. Там кто-то сзади мне прям, ну, как бы пизды мне дал. Тебе так, а, блядь. Крыса ты японская. Нельзя так делать. Скотина, блядь.
А его вниз по карнизам. Туда, да. Что-то я нервничаю, потому что я знаю, что мне впереди ждут два уёбка, блядь, с АВП, которые мид чекают. Вон стрела полетела. Я не хочу, блядь, я не хочу туда идти. Они же меня уничтожат, блядь. Блядь, их двое. Пизда мне. Я буду жить вечно. Я твою мать знаю. Ну а как их бить, если эти пидорасы, блядь? Ой, я человек, да ладно. 16к душ. Ну все, у меня нет жертвенного кольца. Я его потратил, даже не дойдя до этих монстров. Просто еб... Просто ебануться, блядь. У меня появилась зубодробительная идея. Просто прорашить. Я надел тяжелую броню и просто хочу прорашить туда и забить как бы хуй. Вот вы представьте, как ему тяжело кувыркаться в тяжелой броне. Вот типа вот вы прикиньте, сделать вот такой мув в броне, грубо говоря, которая весит там, ну, очень много килограмм. Прикиньте, насколько, блядь... Это жесткий тип, типа подкул. Я понимаю то, что это игра, но представьте так кувыркнуться в реальной жизни в такой броне. Типа, я ее ни разу не одевал, потому что я дрыщ. А вот те люди, которые вот, ну, типа, как это назвать, участвуют, наверное, ну, там, есть же всякие дуэли, там, поединки. Вот прикиньте, те типы, которые, блядь, в этой броне ходят, это же ебануться, блядь, это потрясающие люди, блядь, типа, потому что броня-то тяжелая. Это ж, да даже бронежилет военный, который современный. Ну, если интернет не врет, и если информация достоверная, то он, наверное, килограмм 7 весит. И вот вы, блядь, представьте. Блядь. Отлично, один упал. Нихера себе. Ебан... Этого я и боялся. Нужно, наверное, надо щит брать с высокой стабильностью, потому что это не дело. То есть это сейчас была моя ошибка, то, что я не использовал щит. Надо искать щит со стабильностью. По-любому у него... Какая у него стабильность? 62. А сколько у этого? 57. А у меня есть щит большой. Сколько тут стабильность? 60. Так, видимо, у меня самый жесткий щит это... Стоп, стоп, стоп! Я же могу спуститься вниз, где эти бомжи, и там взять сет, тяжелый сет, короче, чтобы я это, когда меня немножко пихали, я был в порядке. Немножко я протупил с этим. Не, я пока до костра не дойду. Именно не до костра, а пока я эту локацию не пройду, я серию не закончу. Типа, даже если она будет идти 2 часа, это дело принципа. Пока я не дойду до туда, куда я хочу, или хотя бы не открою какую-либо срезку, я заканчивать серию не буду. Вот, дело принципа просто. Сейчас, блядь, самое главное не умереть. Потому что если я, не дай бог, умру, мне придется по новой идти по карнизам. А зная свою везучесть, это до хорошего не доведет. А я, как бы, честно, я не хочу рисковать. Кого? Тут костер есть? А, блять, тут Гвиндолин живет же. А, скорее всего, если я сейчас использую кольцо солнечного первенца, я смогу к нему попасть. А, нет, это чудеса просто усиливает. А как попасть к... Нет, я лучше буду здесь воскрешаться, потому что...
тогда риск будет оправдан тем, то, что мне не придется ходить по карнизам. Плюс всегда это устройство будет готово. А как тогда попасть к этим чувакам, которые это... где лежит, ну, типа, где я скинул люстру? И вот как к ним попасть, блядь? Я что-то не помню этого. А, вот, скорее всего. Да-да-да, скорее всего, здесь. Да, там нарисованы мир Арианделя. Нет, это третья часть Ариандель. Ариамис. Или Арамис. Ну, как это шлюхи, короче. Полукровки. Её-то я точно убью. Я так думаю, то что... Да, вон там, кстати, лежит сет брони моей любимой. Блять, они втроем саглись. Вы чё, ёбнулись? Не, хотя там я у костра посидел, поэтому... Риск оправдан, говорю же. Ну, плюс они какие-то, блядь, нулячи. Блядь, ножи метают, как я в КС-ке, блядь, стреляю. Да, вот, я там куклу вроде подобрал. Охуенно, блядь. Меня просто сейчас забайтила игра тем, то что... Вот, блядь, я не понимаю, ДС, когда ты не играешь мечником, нахуя тебе давать чудеса, блядь? Давайте чудеса, блядь, когда ты играешь силовиком. Типа, неужели игра этого не понимает? То, что ты силовик, тебе как бы чудеса нахуй не нужны, потому что ни в веру не качайся, ни в интеллект. Типа, ну, нахера? Я не могу этого понять, я не понимаю, типа, этим действия. Типа, было бы прикольно, допустим, если бы ты вот играл за мага, у тебя дропалось только то, что тебе нужно для магии. Там играл за мечника, дропалось только то, что нужно мечнику. Там брони, кольца там усиливают защиту, здоровье, там еще там выносливость повышающие там. А когда все вперемешку, как бы там пиромантию мне дали, блядь, там еще что-то, ну типа нахуй мне это надо, блядь, когда я обычный вот силовик на данный момент, блядь, твою мать. Эстас убивает. Обычный силовик, типа, ну, типа, вот нахуй мне это надо, вот, серьезно. Блять, я еще и взять не могу его. Сколько силы надо? 34. А, ну да, я нахуй больше пойду. Да-да, пошел я нахуй, блять. Мне, наверное, ходить сейчас не смогу. Я надеюсь, то, что я там пробегу эту ебаную локацию, блядь, потому что я не хочу, блядь, на час серию растягивать. Да, видимо, это будет самая длинная серия по Dark Souls, потому что это реально уже принципиально, то есть, типа, я сейчас, если вот я пока ту локу не пробегу, тех двух рыцарей, я нахуй не успокоюсь. Я сейчас на полном серьезе говорю, типа, вот я такой человек, то что вот я потом нахуй просто спать не смогу, если я вот понимаю то, что я не выполнил это действие. Я... Нет, типа... Блять, он оживился, да иди ж ты нахуй, блядь. И здесь я замолкаю. Потому что... Блять. Момент истины, ребят. Охуенно, блядь. Так, один. Да ну, о, блядь, иди в пизду, мужик. Так. Стоп, а как я проходил, я понять не могу, если... Блядь, у меня затуп, я... Нет, запись. Да, у меня дезориентация немножко в том, то что почему меня так сильно пихает, когда по идее должно быть все хорошо. Блять, надо этот костер возжечь, но я тогда, блять, проебу свой облик человеческий. Я, если честно, блять, не ебу, что мне делать, мне дико страшно. Я, типа, я вроде пытаюсь проходить, но при этом, когда он стреляет с лука, меня это жестко скидывает вниз. Блять! Ёб твою мать, блядь, долбоёб. Ой, короче, чтоб не тратить ваше время, блядь, и так уже много я наснимал. Я вернусь к записи, когда пройду эти ебаные карнизы, блядь, дойду до костра, если он там есть, и тогда возобновлю, потому что какой смысл вам смотреть то, как я тупо дохну, блядь.
Я убил этого уёбка, который был на этом карнизе. Теперь я хочу сгонять, посмотреть, что там за лут, так как мне пока никто не мешает. Но если, блядь, жадность фрая разгубила, я, блядь, повешусь. Ебать, мне сейчас стрёмно. Мне очень стрёмно, пиздец. Ладно, мне не стрёмно. Все, кстати, это третий трай. Как только я умер, я это сразу, типа, после того, как я сказал то, что я вернусь, как только пройду карнизы, считайте, я сразу выжил. Почему у меня хп отнялось, я не ебу, но мне похуй, потому что, блядь, я прошел эти ебаные карнизы, там впереди костер, жизнь налаживается. Я вот когда дошел до этого момента, я ж надеюсь, я это записал. Да, я пиздец как нервничал. Вот у меня сердце, наверное, в таких охуях было, блядь. Я очень переживал по этому поводу дико. Потому что я боялся, если сейчас я умру, то это ГГ. Вот. Честное слово, блядь. Настолько мне было очково, пиздец. Ну, давайте по одному, блядь. Вот тут костер, по-моему, слева. Отлично. Ну все, карнизы пройдены. Сейчас я стану человеком и возжгу костер. И увидимся уже в следующей серии. А я буду выкладывать остальные, блядь, три серии. Главное не накосячить с последовательностью. И я надеюсь, что у меня все записалось, потому что если у меня эта серия не записана, то я дропну DS нахуй. До встречи в следующей серии.